Сложная, тяжелая игра, в которой игроки проявили характер, много волевых усилий, постоянно пытались взломать оборону Ростова, который в обороне очень-очень хорошо играет. Забить два мяча Ростову не так легко. Рады то, что 3 очка, рады то, что мы приблизились к группе, которая борется за все места хорошие. Это вам показалось. Я и не говорил, что все плохо. Но нет 4 игроков. Я же не жалуюсь. Я констатирую факт. Нет Фарфана, нет Смолова, Рыбуса. И кто? Рыбус, Фарфан, Смолова. Эдер. Эдер. Дисквалифицирован, да. Плюс сейчас нет Черлуки. 5 уже нет. Я не жалуюсь. А сейчас вот 5 игроков нет. Сейчас у нас 13 дней. За 13 дней мы должны провести 5 игр. Я опять не жалуюсь. Ни в коем случае. Но это нормально или нет? Ну, сейчас сложно сказать, но думаю, потянул заднюю поверхность бедра. Коломейцев прошла, да. Прошла такая серьезная операция, поэтому, наверное, он в этом году не будет однозначно играть. Состояние очень хорошее. Почему не играет? Потому что Миранчук играет. У нас же нет такого на сегодняшний день, не было в сегодняшней игре и выдвинутого нападающего, который вот может играть на острие. Все отковались со вторых позиций. На мой взгляд, неплохо получалось. На стандартных у нас все защитники ходят, потому что они высокорослые. В сложных ситуациях тоже иной раз защитники играют в атакующих действиях. Ну и мы думали, если концовку, если бы не получил травму там Черлука, был счет ничейный, мы бы Черлуку выдвинули в атакующее действие. Выйти тоже непросто на последние там 10 минут, поэтому замены не делал. Если бы не было травмы, я бы и не делал замену. Нет, в первую очередь мы хотели, чтобы Дмитрий Тарасов попрессинговал защитников и не давал им свободно делать передачи в атаку. Ну, он терял в первом тайме, особенно в начале, да, три эпизода, которые он потерял. Но мы можем другое посмотреть. Количество передач Мануэля вовнутрь штрафной площади, он превосходит всех игроков. Он остро очень играет, поэтому он очень важная часть нашей команды. И если вы статистику посмотрите, вы увидите не только на моих словах, а по цифрам. Поэтому он играет в стартовом составе, поэтому каждый раз мы от него что-то ждем неожиданно. Тем более то, что в атакующих действиях у нас не особенно все хорошо получается. На мой взгляд, сейчас уже более ровное функциональное состояние, более ровное. Единственный момент, который за последнее время все неожиданно для меня, второй тайм не очень хороший с Шальки.